А сейчас подробности. Сегодня Лиду посетили представители инспекционных компаний Алжира. Они побывали в райисполкоме и на Лидском молочно-консервном комбинате. Это предприятие заинтересовало гостей производством сухого молока. Иностранцы смогли лично убедиться в качестве производимого в Лиде продукта и договориться о налаживании поставок сухого молока в Алжир. К слову, лидские предприятия, в том числе Лидский молочно-консервный комбинат, успешно сотрудничают со странами африканского континента. В этом году в страны Африки экспортировано товаров, произведенных на Личине, на сумму порядка 2,5 миллионов долларов. Алжир – еще одно направление для экспорта района. Во время встречи глава региона Сергей Ложечник отметил высокую открытость экономики Личины. Продукция наших предприятий реализуется в 50 странах мира. За рубеж уходит порядка 70% от общего количества произведенных в регионе товаров. Высокий удельный вес экспортируемой молочной продукции предприятий холдинга «Гродное мясо Молпром». Сухое молоко, обезжиренное молоко и сливки, сыворотка, сливочное масло, сыры, казеин и творог.